Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь я посадил пластиковое ведро на скошенную траву. Огурцы. Два огурчика здесь. Не один, а два. Вот, сейчас хочу понабрать огурчиков. Но для засола. Они такие небольшие, как раз на засолку как раз. Сейчас мы наберем здесь огурчиков. Они, правда, не очень большие. Мы как раз в баночку они как раз полезут. Хорошо. И так в рот хорошо полезут. Вот. Так, все, что ли? Здесь еще этот надо вырвать. Чистотел затеняет. Вот. Ну, всего 4-5 огурчиков. Не больше, 9, наверное, сейчас. Вот. Ну, пускай растут, думаю, ладно. Чистотел надо выдернуть его нафиг. Он только затемняет. Не дает огурцам расти. Так, здесь у меня посажено пластиковое ведро. Воздушный отводок. Я уже не показывал. То, что уже корни уже есть. То есть вот видно, что корешки пошли. Надо постоянно лить воду, чтобы здесь земля была влажная. Вот. Снимать будем в конце августа. Срезаем и ставим в таз с водой на 2 суток. Пускай напитается своими корнями. И потом это самое можно высаживать в посадочную яму. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огородов». Всем пока-пока.